полное описание и точная дата выхода 13 и 14 серии нового сериала «За час до рассвета». 13 и 14 серии сериала выйдут на телеканале НТВ с 19 мая. 13 серия. Ярцев и Журавлев пытаются найти связь между убийствами Сорокиной, продавца пива на рынке и иностранного журналиста. Журавлев уверен, что все нити ведут к бывшему надзирателю Зверев. Однако никаких данных по нему нет. В живых остался только один человек из того же концлагеря. Это Антонов, ожидающий исполнения смертной казни в колонии города Волков. Журавлев срочно выезжает в колонию. Антонов сообщает ему, что фамилия Зверя Покровский, и он не из уголовников. Марина встречается с котом и рассказывает о своей беременности. Буян устраивает на работу грузчиком в порт. Шумейка приходит в фотоателье и дает понять фотографу, что что-то о нем знает. Завязывается драка. В процессе Шумейка срывает с груди фотографа рубашку и видит на коже наколку в виде клеща. Журавлев решает карантинизовать пост Антонова на рынке. Зверь там объявится рано или поздно. Но несмотря на то, что к Антонову представляют охранника, они оба погибают. Журавлев начинает подозревать, что предатель среди своих, ведь операции с Антоновым знали избранные. Ярцев поручает Журавлеву обеспечить безопасность английского посла, который приедет на открытие завода. Но Журавлев продолжает искать Покровского. Напомним, 13 и 14 серии сериала выйдут на телеканале НТВ 19 мая. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.